Помоги мне добраться до Коваля. Обещай, что он умрет раньше, чем я. Теперь ты убьешь меня, да? Чуть не срубился. Нет. Колеса больше нельзя. Мотор стуканет. Синоптики нам обещают сегодня по-настоящему летний день. Столбик термометра уже достиг 30-градусной отметки. Для метеозависимых людей напоминаю, что повышение атмосферного давления может вызвать ухудшение вашего самочувствия и бессонницу. Так что пейте побольше воды, сходите на пляж и выспитесь. Ну да. Вот это да. Девчонка вообще не спит. Слышь, Даш? Кажется, отпустила. Чё завис? Как тебе новость? Я думал, ты вообще исчезла. Даже как-то обидно. Поговорить-то не с кем. Дашка друзей в беде не бросает. А девчонка опасный игрок. Ага, а ты думал? Все по-серьезки. Самый опасный. И что мне делать? Не знаю. Хотя... кирпичи поможешь собрать? Наша игра близится к финалу. Их осталось всего четверо. Кому удастся победить и получить в награду жизнь? Делайте ставки, господа. Ждать осталось недолго. Марина, ну, слава богу, вернулся. Как самочувствие? Все хорошо, спасибо. Удалось узнать что-нибудь? Узнать нет. Мне стало плохо, я ездила домой. Подожди, Марина, что происходит? Ничего. Тебе сказал кто-то что-то? Нет, я просто устала, извините. Ира.
Неужели уснула? Вы же знаете, я не сплю уже 6-й месяц. Марина Викторовна, вы хотели реанимацию посмотреть. Вас уже ждут. Хорошо, сейчас. Марин, давай только не долго. К тебе гости. Вот наша Ирочка Константинова, сирота. Родители погибли в автокатастрофе. Патология мозга в результате стресса. Началось. Одна и та же волынка каждый день. Ах, бедная девочка. Ах, не спит. Одна бабушка ее воспитывает. Дайте деньги на исследование. При таком диагнозе, к сожалению, подобные реакции стандартные. Ну, не будем мешать Ире. Я задержусь на пару слов. Хорошо, я буду ждать вас внизу. Что еще? Ир, я знаю, как тебе тяжело. Нет, не знаете. Я видел людей, которые подолгу не спали, они превращались в зверей. Я хочу тебе помочь. Мы найдем лучших врачей, лучшие лекарства. Здесь мои телефоны. Если что-то понадобится, звони. Понадобится что? Все, что угодно. Фея? Ну, что-то типа того. Слушай, а родители дома? Мама там. В компьютере. Сейчас позову. Нет. Слушай, про фей взрослым рассказывать нельзя. Хорошо? Выход где? Там. А ты еще прилетишь? Если погода будет летная. То да. Я тебя буду ждать. Спасибо. Да, алло. Евгений? Здравствуйте. Меня зовут Олег. Мы с вами не знакомы, но работали на одного человека. На кого? На Андрея Ивлева. Я его адвокат. Что вам надо? Я занят. Увидеться? Для вас это важно. Поверьте мне, что бы это ни было, это не важно. Посмотрите на картинки. То, что вы видите, это у меня в кармане. Это ложь. Развозка. У вас этого не может быть. Ну, не может. А есть? Побеспокойтесь о своей жизни. Бросайте все. Адрес я сейчас пришлю. Игра в городки. Странное занятие для глюка. Че, струсил? Боишься продуть собственному галюну? Боюсь. Это все, Даш, мне конец. Тебе? Это ей конец. Трое мужиков и девчонка. Те двое ее разорвут.
Хорошо бы. Говнеца в тебе порядком, малыш. Что? Я что, по-твоему, должен ее жалеть? А почему нет? Она же как ребенок. Ее хотят убить. Нормальный человек будет против этого. Ты что, совестью моей заделалась? Не видишь, мне и так страшно. Чего ты боишься, Леш? Что тебе терять-то осталось? Жизнь. Жизнь у меня пока еще осталась, ясно тебе? Так себе жизнь. У тебя и такой-то нет. Давай. Давай! Скажи еще, что я баба, и место мое на кухне. Да ну тебя, невозможно. Ты должен спасти девчонку. Я никому ничего не должен. Ты мне должен, ты меня не спас, хотя обещал. Это не Даша. Даша умерла. Ты просто мой порушенный мозг. У меня в голове что-то лопнуло, понятно? Ты не настоящая. Не настоящая, да? А вот так, а так? Че теперь скажешь? Че тебе надо вообще? Быстро сел за руль, поехал. Ира. Ир. Черт. Ира! Ира! Вот дрянь! Тогда! Садись в машину! Быстро! Красава. Спасибо за девчонку. Не благодари. Что? Войдите. Виктор, я отдыхаю. Марина, объясни мне, что случилось. Ты шарахаешься от меня, как от огня. Ничего. Ничего не случилось. Я просто устала. Я ничего не узнала. Я ничего не хочу. Тебе что-то наговорили про меня, да?
посоветовали не доверять мне. Но я же на твоей стороне, Марина. Господи, боже мой, ну нет никаких сторон. Меня это все достало. Я просто хочу это закончить. Раз и навсегда, понятно? А я все равно хочу тебе помогать. Что ты узнала? Разговаривала с женщиной из нашего благотворительного фонда. Так. Нет, Виктор, лучше уходи. Марина, очнись. Да, тебе наговорили что-то. Возможно, запугали. Пойми, здесь все преследуют свои цели. А ты не преследуешь свою цель? Преследую. Но мои цели схожи с твоими. Виктор, лучше уходи. Иначе я вызову охрану. Вы Олег? Да. Олег. Узнаете? Антидот. Это фальшивка. Маркировка, цвет, логотип. Вы же прекрасно знаете. Такое сложно подделать очень. Ну и что мешает мне просто забрать? Спокойно, спокойно. У меня их две. Давай вторую сюда. Быстро. Я не шучу. Вы всерьез думаете, она у меня? Вторая ампула в надежном месте. Ты должен сделать мою работу. И тогда получишь препарат. Но это нарушение. Я стану беглецом, а это приговор. Зато будешь жив. И сможешь заснуть. Ну, будем размышлять. Что нужно делать? Для тебя ничего нового. Лишь убить. Лишь убить одного человека. Это VIP-участник. Я видел ее на обеде. Вдова Ивлева. Зачем? Вопрос неуместен. Но она в казино находится. Туда так просто не попасть. Я помогу тебе. У меня там есть надежные люди. Гарантии? Ну что еще? Контракт с арбитражной оговоркой. Так. Мое слово – твоя гарантия. Лучшего не будет. Все, обед. Сутки не жрал. Дашу помнишь? Мы любили с ней сюда приезжать. А сейчас я типа не с вами? А тут красиво.
Только немного страшно. Зато не вырубишься. Так что с тобой? Почему не спишь? Ну, все по-разному говорят. Кто стресс, кто микроинсульты. Я как узнала, что умерли родители, сразу спать перестала. Жаль тебя. Ты же совсем еще мелкая. Какой ты милый. Сейчас расплачусь. Слушай, можно потише? А ты это кому? Не обращай внимания. Ну вот, врачи говорили, что все пройдет. Но не прошло. Да уж. И что у меня не так? А то все время дрыхнуть тянет. Да, да, да. А зачем ты меня спасаешь? Я не знаю. Ну, а что делать? Нужно же что-то делать. Угу. И лучше, чтоб что-то хорошее. Ну, я так думаю. Винишь себя из-за дочки Олега, да? Зря. Никто тебя не судит. Только ты сам. Девчонка-то дело говорит. Это взрослая. Хоть совсем мелкая. Ты просто обязана выжить. Олег пытался меня спасти, погиб. Ольга пыталась меня спасти, погибла. Ты тоже погибнешь. Может, я этого не стою? Ага. Скажи ей, что за это она должна, как минимум, лекарство от рака открыть. Ну, или дом на Луне построить. Замолчи ты уже, а? Извини. С кем ты там разговариваешь? Да так. Мысли вслух. А. Поехали. Ну и вот я говорю ему. Может, что-то посоветуешь мне? А он такую морду свою скривил, через губу мне ответил. Мне поесть. Вы садитесь за столик, я принесу вам меню. Не надо меню. Просто мясо. И воды. Просто холодной воды. Хорошо. Ты где? Выходи на палубу. Почему здесь? Нет камер, нет слежки. А если тебя вызовут? Следующая остановка через 10 минут. Что случилось? Адвокат Ивлева предложил убрать мне Марину. За антидот. Хорошо, я сделаю это. Ты? Ты с ума сошла? Ты даже не спросила, откуда он у него. Не спросила, зачем, почему. А нужно? Ты же сказал, что поверил ему, значит, он как-то доказал. Злат. Женщину убить очень легко. Вообще-то не так легко, как ты думаешь. Мы не можем никому доверять. Мой козырь. Надо внести смуту в управление казино. Тогда им будет не до меня.
Хорошо, я все сделаю. Нас ничто не разлучит. Но если адвокат соврал, он умрет. А ты жестокая. Мне есть ради чего быть такой. Что это? Передай этой Ивлевой. Пусть считает меня своим другом. Остановка парк Горького. Мне пора. Останешься? Пока да. Вода меня успокаивает. Начинаешь верить, что все будет хорошо. Ты знаешь это место? Я часто приходила сюда в детстве. Мне нравятся поезда. Странное увлечение для ребенка. И вообще странное. О, да. Кто бы спорил? Да она не спит вообще. Чокнутая, наверное. Ты мертвая. Ну, ты как мертвая? А. Не улыбаешься никак. Трудно, наверное, совсем не спать. А хочешь, я тебе признаюсь? Давай. Я рада, что я не сплю. В смысле? Боюсь увидеть во сне маму с папой. Слушаю. Андрей Алексеевич? Да. Это Ира, та, что из больницы. Ну, та, которая не спит. А, да-да, Ир. Что случилось? Случилось, да, я... Я так больше не могу. Передайте моей бабушке, что я люблю ее. Я больше не могу не спать. Я просто схожу с ума. Подожди, ты где? Давай я приеду. Не надо приезжать. Я уже все решила. Решила что? Где была? Дома душ принимала. Душ есть и в казино. Будьте рядом, идут последние часы. Дамы и господа, очередной час перемирия окончен. Их осталось всего четверо. Кто не переживет эти сутки, делайте ваши ставки. Финал близок. Ты в курсе про девчонку? Да, ей все равно не выжить. Ее разорвут, это лишь вопрос времени.
И в наших интересах, чтобы это произошло скорее. А что ты будешь делать, если вы останетесь с ней вдвоем? Ей останется дождаться, пока ты уснешь. Ты хотел ее забрать. Тебе плохо? Не, ну, просто ты разговариваешь сам с собой. Я, наверное, засыпаю. Я вижу сны открытыми глазами. А. Давай договоримся. Я не буду давать тебе спать. А взамен? А взамен ты меня спасешь. Где-то я уже это слышала. В Питер отправь. Классная тема. Я не уверен, что получится, но я постараюсь. Виктор, я уже все сказала. Это я. Что случилось? Кого-то опять убили? Не смотрите? Не могу больше. Самые страшные 3 дня в моей жизни. Я бы не была так уверена. Это от Жени. И что здесь? Это может вас шокировать. Вряд ли меня что-либо может шокировать. Не спешите. Если что, звоните доктору. Да ты с ума сошла, нас размажет! Пойдем, я 100 раз так делала, пойдем! Не придется убивать, сама повесится. Тогда не засчитают. Скорее бы конец, Женя. Я устала. Держись, Влад. Осталось всего 3. Девчонка непредсказуема. Скорее бы она выбыла. Уверен, это вопрос всего нескольких часов. Интересно, как она умрет. Ира! Не подходите, я прыгну! Как вы меня нашли? Позвонил охране. Из больницы ты не выходила. По телефону слышал сирену скорой помощи. А отделение твое на последнем этаже. Стойте. Я присяду. Зачем вам это нужно? А зачем ты это делаешь? А зачем так жить? Я не сплю, я ненавижу всех. Я вчера ударила бабушку, я ненормальная. Эх, посмотри вокруг. День-то какой прекрасный. 190. Что 190? Я не сплю уже 190 таких чертовых дней. Я больше не могу не спать, как вы не понимаете. Посмотри на небо. Ты видишь звезды? Их не видно. Но это не значит, что их там нет. Сейчас тебе кажется, что жизнь твоя кончена, но это не так. Ладно, все, хватит! Не надоело это чушь! Все! Все! Все. Успокоились. Родители уходят. Но это не значит, что больше нас никто не полюбит. Ты поправишься, у тебя будет новая жизнь. Все будет хорошо. Зачем вам все это? Я хочу тебе помочь. Ты мой шанс. Какой шанс? Шанс изменить всю мою жизнь. Ты победишь. Мы победим. Саша здесь. Совсем близко. Даже ближе, чем ты думаешь. Газуй! Thank you.
нравится. Это же наш дом в Австрии. А что он здесь делает? Вы? Откуда здесь судьи? Кто сказал, где? Главное, все знает, он нас прислал. Спасибо. За что? Я его убил. Ты меня спас. Еще не спас. Остался один игрок, и он самый опасный. Придется бросить. Пойдем тачку ловить. Угу. А знаешь что? Возьми ее. Ну, как талисман. Вдруг поможет. Спасибо. Тогда возьми мою машину, что ли? А то далеко не уедешь. А я даже помню, где она стоит. Шикарное у меня подсознание. Просто супер. Все ты, да? Все ты. Нет бы мне тоже спасибо сказать. Мужики, а? Да. Адское разрушение. Пошел бы дальше. А если другие VIP-участники узнают? Не узнают. Мы вынесем тело на склон и сбросим в ущелье. Неудачно покатался. Дамы и господа, игрок номер 7 выбыл. Поздравляю. Плохо без машины? Угу. Так мы легкая мишень. Да и видок у нас не очень. Да уж. Как у нас в заяве утерпило. Глаза красивые, вдумчивые. Одного не хватает. Это твой ментовской юмор, это что-то. Не поняла. М. Ну да. Дай свой паспорт и смартфон. Зачем? Я знаю, где тебя спрятать. Там Жень до тебя точно не доберется. По крайней мере, в ближайшее время. Лёш, чё задумал? Идея супер.
Слушай, давно мечтал о машине, все, покупаю однозначно. Премиум класс, наверное. Ну, естественно. Горжусь тобой. Ну что, куда идем? Не знаю. Пойдем в киношку сходим. Места для поцелуев? А ты вообще в курсе, что я умерла? Это некрофилия какая-то получается. Да иди ты. Ты вообще не дашь. Ты часть моего порушенного мозга. Ты часть меня. Понятно? Ну, если я часть тебя, тогда вообще анонизм. Прости, малыш. Ты чего? Да, Марин, чем обязан? Олег, мне нужно вам кое-что показать. Мы должны с вами встретиться. Это очень важно. Пришли. И что дальше? Попасть в казино можно только так, кругом камеры. Так что просто провести я тебя не смогу. Так. Ага. И что мне делать? Спустишься вниз. Два этажа. Ну, каких-то 10 метров. Каких-то? Но как? А вот так. Там тебя встретят. Сможешь? Получишь антидот. Все добры? Трпеть. Не бойся. Скоро час я завершить. Злата. Злата. Попросите меня. Мисс Маморали де Одамо. Злата. Драго наставит ее на мир. Она и люта. Наши пассажиры прибыли. Скажите пилотам, скоро взлетаем. Понял. Драгон. Андрей. Как добрались? Нормально. Мария. Это Злата.
как выросла. Я ее совсем крошкой помню. Андрей, она сейчас злая, в общем. Пришлось все бросить. Да ничего, жизнь дороже. Ты понимаешь, они со дня на день бомбить начнут. Здесь вам точно оставаться нельзя. Они вас тем же албанцам и отдадут, а те никого не пожалеют. Может, обойдется. Не думаю, что штаты так далеко зайдут. Есть информация, поверь мне. Тебе-то уж точно лучше не попадаться. Они тебе и Косово припомнят, и Боснию, и все остальное. И от формы тебе лучше избавиться. Ну что, будем жить в Москве теперь. Да чему-то ради, Матама. Спрашивает, что мы там делать будем. Поверь, старый друг, тебе место всегда найдем. При посольстве или даже экспертом у нас в ФСБ. Ну все, пора. Пойдем, скоро взлетаем. Бобик сдох, лапки кверху? Шутить сил нет. Даже смешно, как быстро ты сдался. Быстро? Быстро? Нас всего трое осталось. У меня сил больше нет. Ай-яй-яй, прям так жалко, сейчас заплачу. Да пошла ты, а? А ну-ка стоять! Какое право ты имеешь мне приказывать? Такое. У тебя еще есть шанс выжить. А у меня его нет. Думаешь, ты не сможешь? Но ты же сам сказал, вас всего трое осталось. Всего! Не смогу. Я, может, и смогу. Только я не хочу. Ты забыл, что такое жизнь. Вспомни. Вспомни, Лёш. У нее есть краски. Иди сюда. Иди сюда. Сядь. Сейчас. Улыбнись. Сад. Это пепсы привезли, витрину разгрохало. А что, ПДНчица не забрала? Так нет ее, болеет. Девка странная какая-то, он сидит, молчит, не двигается. Чокнутая, наверное. Ну ладно, давай ее ко мне в кабинет, а то шеф из главка приедет, увидит эту детку в клетке. Греха не оберемся. Thank you.
Ты хотела поговорить? Хотела. Я запуталась. Я не понимаю, кто враг, кто друг. Кому доверять, кому нет. Ну, надеюсь, ко мне это не относится. Нет. Нет. Тут очень тонкое дело. Не время для загадок. Если хочешь рассказать, расскажи. Не хочешь, помолчи. Ну что, так и будем в молчанку играть? Или телефон родителей скажешь? Я сирота. Заговорила. Я уж думал, ты как рыба, немая. Смеяться хорош? Грубиянка. А ты в курсе, что за хулиганку можешь срок получить? Мне все равно. Ну, это все так говорят. А потом уйдут по малолетке. И все. Нормальной жизни конец. Мне и так конец. В смысле? А хотите правду? Есть казино, где играют на жизни людей. Тот, что всех продержится без сна, тот и победил. Вот посмотрите. Вот. Мне сделали укол. Если я засну, то я умру. Но я не могу заснуть, потому что у меня болезнь мозга, и я не сплю. Все подспайсено, что ли? Да какими спайсами? Я не наркоманка. Вот вы реально себе мозг-то сушите этим дерьмом. Дети. А витрину по настроению раздолбала, да? Понятно. Рыбу видишь? Вот тоже не спит. Как ни глянешь, только глаза таращит. Ладно, сиди тихо, я ненадолго. Неудачно покатался. Запись-то кто дал? Какая разница, неважно. Важно, кто-то из казино. Что ж, помешались-то вы на своем казино? Что, ты не видишь, что Андрея убили? Да успокойся. Не надо меня успокаивать. Я не хочу успокаиваться. Я хочу показать эту запись всем. И будь что будет. Глупо. Что? Ну, просто это глупо. Ты думаешь, Волков сам убил Андрея? Это приказ. А запись это... Так, чтобы ты подняла шум. И я это сделаю. Хорошо. Но только делать это надо. Осторожно. Знаешь, что главный один из VIP-игроков? Да. Покажешь им, рискуешь оттуда не выйти. Просто надо понять, кто тебя использует. Кто дал запись? Он. Их осталось трое. Самый неожиданный финал бессонницы. Двое мужчин против школьницы. Делайте ставки, господа. Ждать осталось недолго. Привезла.
Где отец? Вон там, сзади дома, мангал готовит. Сейчас провожу. Как успехи в учебе? Хорошо, я же диплом защитила. Все, могу теперь в МИДе работать. Русский тебе как родной уже. А я помню время, когда ты его совсем не знала. Эй! Привет. Держи, как ты любишь. Да. Виски шотландский, земля русская, блюдо кавказское, сам серб. Пап, ну ты прям гражданин мира. Да. Что-то случилось, Андрей? Ты слышал, Караджича взяли? Да. Радован неудачно спрятался. Да он и не прятался. Сделку с ними заключил. Думал, не тронут. Слушай, Драгон, по источникам к ним кое-какая информация попала из ваших военных архивов. И про тебя. Меня что, сдадут, Андрей? Смеешься, что ли? Нет, другое дело. Сейчас развелось этих албанских ячеек, там штаты еще бабки в них вливают. В общем, если узнают, где ты, могут попытаться что-то как-то. Злата, дочка, принеси стаканы из дома, мы с Андреем выпьем. Подойди сюда. Я к тебе спецов своих представлю. Ну, на первое время, месяц-два, больше не смогу. Даже тебе самому придется. Наш человек из спецназа, один из лучших бойцов. Как-то вы его видите, слышать не будете, но мало ли что. Это Игорь Волков, целый майор, между прочим. 2 месяца вы будете под его защитой. А это Драгон Ивич, мой старый друг. Так что, Волков, отвечаешь за его семью головой. Есть, Андрей Евгеньевич. Выпейте с нами. Нет, я при исполнении. Разрешите идти? Иди. А кто это был? А, сотрудник. Не обращай внимания, ты его больше не увидишь. Присяду? Садись. Все еще игнорируешь меня? Тебе показалось. Марин, я тебе не враг. Слушай, Виктор, а если бы у меня были доказательства, что Андрея убили, и я бы их показала VIP-игрокам, то что тогда? Серьезные доказательства? Более чем. Они у тебя есть? Я спросил, если бы. Что тогда? Ну, тогда это крах казино. Представляешь, если VIP узнают, что казино убило одного из них, чтобы не платить огромный выигрыш по ставке. Я думаю, объяснять дальше не надо. Полная потеря доверия. А я-то думала, казино всесильно. Казино ничто без игроков. Они все-таки не последние люди. Но они же люди. И их тоже можно уничтожить. Ну как и казино? Пойдем вниз. Здесь на подобные темы разговаривать небезопасно. Ко мне? Нет. Жена ты? Она была со мной, когда меня отпустили домой.
Мы немного пообщались. Очень интересно. Спасибо. Не спать, я сказала. Мне все равно. Сказала, не сказала. Не сдавайся, слышишь? Даш, это все. Закроешь глаза, стреляю. Меня пристрелит мой же глюк. Кому расскажешь, офигеет. А это ты на том свете разберешься, кто тебя пристрелил. Твой глюк или ты сам себя? Забыл я, это ты. Даш. Я правда не могу больше. Стреляй. Только представь. Лежишь ты тут с простреленной башкой. Мозги по асфальту. Обоссанный. А менты рассматривают тебя, как кусок мяса. Чудесное зрелище, правда? Хватит. Посидевшая матушка рыдает в морге над месимом, который остался от твоей башки. И хоронить единственного сыночка придется в закрытом гробу, потому что показывать такое никому нельзя. Заткнись! Отпустила. Не приближай смерть. Сдохнуть всегда успеешь. Что творишь? Она же умерла. Нет. Она уснула. Чего? Ну вы же сами говорите. Рыбка никогда не спит. А я просто ей помогла. А вы знаете, как страшно никогда не спать? Звонишь? Это опасно. А мне нужен антидот. Да? Да. Ты не сделал дело. Ивлеву так просто одно не подловить. Очень много народу. Сауди. После выстрела мне придется сваливать. Иначе я покойник. А где гарантия, что ты не обманешь? Мое слово. Теперь придется поверить тебе, если хочешь пойти до конца. Верю.
Говори сейчас. Поцелуй жизни. Работай. Заходим, заходим. В клетку. А ты сказал, шеф? Ты глухой, в клетку! И следи за ней, она подспайсена, походу. Перекрыть все выходы и остановить лифты. Это был он. Бывший судья. Может, все-таки скажешь, почему в тебя стреляли? Я не знаю. Знаешь, Мариш, просто говорить не хочешь, правда? Подожди, всему свое время. Да. Не надо, я сама. Фу. Спасибо. Главное, чтобы не было слишком поздно, Мариш. Как вы могли упустить его? Он снял часы. Обманул нас сигналом. Но часы фиксируют пульс. Пульс есть до сих пор. Снять оборудование, не повредив, невозможно. Ему помог кто-то из казино. Этого не может быть. Не может? Он был одним из вас. У него могла остаться техника. Найдите его. Понял. Без маяка гоняться за ним бесполезно. Он все равно покойник. Зачем убивать? Я не сказал убивать. Я сказал найти. Вперед. За грубые нарушения правил и ранения VIP-игрока номер 5 дисквалифицирован. Делайте ставки, господа. Осталось двое. Суперфинал! Дашка, мы победили! Чё там? Бывший судья дисквалифицирован! Девчонка тебе доверяет. Ты её легко прикончишь. Думал об этом? Ну, если ты говоришь, значит, думал. Только знаешь, слишком много девчонок на моей совести. Тебя ж убьют, чудик. Я просто усну. И мы с тобой больше не расстанемся. Романтик камикадзе. И зачем я только с тобой связалась?
Откуда это? Кто надел? Кто говорит? Она. Прости. Вы не понимаете. Да нет, это вы не понимаете. Ваша сестра разбила витрину магазина. Нанесла потерпевшим крупный ущерб. Вообще она, по-моему, под чем-то. Но она же еще ребенок. Еще она больна, у нее расстройство, она мало спит. Она не под чем-то. Слушайте, я тоже мало сплю. И что теперь, витрины бить? Ну, может, как-то... Никак, не мешайте работать. Ну, чё? Пускать не хотят. Менты гады. Кто бы говорил? Не то слово. А еще и твари продажные. Да вообще. Молодец. Петей, привет. Слушай, у тебя там денег не осталось? Займешь чутка? Тут одного козла подмаслить надо. Вы новые судьи до конца игры. Осталось два слабых игрока, с ними проблем не будет. Но нам надо найти нарушителя и пропавшую судью. Подключайте всех. Ну? Все хорошо? Злато. Злато. Долази по нас. О. Неприятели. Устой, пожури. Же брзо. Айде, айде. Некі люди навратимо. Розбію блокаду. А наша защита? ЄСУ давно нейтралізовано. Звагу сам Андрія. Іштісу. Спустимося тихо. Ідемо прямо к заднім вратима. Thank you.
Оливье мертва. Проживи. Тату. Бежи! Здравей, полковник. Помнишь меня? За Серебряница. Ищите девчонку. Что сказать? Что? Фрог! Я не понимаю, твой поганый язык. Это означает подохни! Свободно! Спасибо. Приходите чаще. Приятно иметь дело с понятливыми людьми. Ир, мы вдвоем остались. Ты будешь жить. Ты победила. У меня к тебе просьба. Ты же получишь деньги. Семья Даши, та девушка, ее родители, позаботься о них. А вот тут еще адрес Олега и его… Я знаю, в какой больнице его дочка. А это что? Это адрес моей мамы. Пообещай мне. Правда думаешь, что это нужно? Ну, мне же удалось тебя спасти. А ты? А я лягу спать. Сил больше нет. Все, прощай.
Волков. Глазам не верю. Ты зачем сюда пришел? Ты же все равно от меня не отстанешь. Не я. Главный. А кто главный? А, вот что тебе надо. Какая разница? Если он умрет, меня перестанут преследовать. Препарат убьет тебя. Уже нет. Покажи след от инъекции. Убедился? О, да. Только не в том, в чем тебе хотелось. Сосуды полопались. А противоядия такого нет. Я знаю. Мне делали 3 раза. Что это значит? Тебя обманули? Сосуды лопаются только после укола препарата. Так что это не противоядие. Это 2-я доза яда. Все равно ты умрешь раньше. Выходи, девочка. Я чувствую запах твоих духов. Почему? Тебя не понять. Я и не хочу. Как решим вопрос? Победить. Я же сам тебя учил. Ведай чем. Все сделал правильно. Ты молодец. Спи. Все хорошо. Ты молодец. Не бойся. Я рядом.
Что случилось? Держи адреналин. Колоть в самом крайнем случае. Иначе остановка сердца. Зачем? Ты должен победить любой ценой. Почему? На девчонку стоит самая крупная ставка. 1/3 миллиарда. Казино не потянет такой выплаты. Кто вы? Кто я? Я главный. Ты что творишь? Это же твой шанс на спасение. Что? Ты же сама сказала спасти Иру. Я понимаю, что это глюк, но будь последовательна. А я сама последовательность, дорогой. Ладно. Подумай над новыми вводными. Тебе помогает главный. Думаешь, они оставят Иру в живых? Конечно. Она выиграет бессонницу. Наивный дурак. А что они смогут сделать, если меня не станет? О, а ты посмотри, что со мной сделали. С остальными. Посмотри, как это все организовано. Поверь, они что-нибудь да придумают. Окей. Тогда покончим с этим прямо сейчас. Ты расстрелял все патроны, ты помнишь? Нет, не все еще остались. Ты че ржешь, а? Я просто от тебя кайфую. Ты перед кем блефуешь-то? Передо мной? А я — это ты. У тебя еще остались патроны? Я не знала. Ну, пожалуйста, только не стреляй. Нет! Нет! Шансов достать антидот никаких. К казино нам и близко не подобраться. А кто главный, мы не в курсе. Все, конец. Приехали. Выжить можно всегда. Вопрос в том, насколько сильно ты хочешь выжить. Прекрати. Видеть, как страдает человек, которого ты любишь, тяжелее, чем страдать самому. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты как одержимая. Пойми, все, что могли, мы сделали. Выжить можно всегда, я знаю, о чем говорю. Все будет только тогда, когда ты умрешь. Но ты не умрешь. Ответь мне на один вопрос.
Твои деньги, они в ячейке? Да. Поехали заберем. Пусть там не так много, как у меня, но обустроиться на новом месте хватит. Мой банк под наблюдением, я уверен. Обустроиться на новом месте? Ты ничего не забыл? Да не мне, тебе. Ты должна спастись. Это единственный шанс освободить меня. Мрзим ты. Прозвучало плохо. Ненавижу тебя. Ненавидь. Только делай то, что надо. Пойми, все, что могли, мы сделали. Слушай сюда. Даже если ты умрешь, лучше от этого не будет. Они просто признают Иру дисквалифицированной и устранят ее. Чего молчишь? Я с тобой больше не разговариваю. Дурак, что ли? Вот ты меня удивил. Ты на кого обиделся-то? На меня, на Дашку? Так, даже если ты будешь делать вид, что ты меня не замечаешь, я от этого не заткнусь. Лёх! Лёх, ну подожди! Лёх, давай Лёх, давай мириться! Давай мириться, все. Все, все. Ира! Ир, нам нужно снова держаться вместе. Почему? Я уже собирался уснуть, почти вырубился, но мне не дали. Не дали? Главное из казино. Они не хотят, чтобы ты выиграла. Казино может потерять все деньги. На тебе стоит огромная ставка. А что мы будем делать? Не знаю. Не знаю, но я буду рядом с тобой, я останусь. А делать-то что? Да не знаю я. Пойдем в машину. Пойдем. Уедем отсюда. Куда? На стадион. Сегодня сборная России играет, по радио сказали. Там миллион народу, куча ментов. Безопаснее всего будет там. Билеты с рук купим. У тебя деньги остались? Ну, немного есть, да. Что же ты делаешь, дурачок? Слушаю. Мы тут обнаружили в доме Волкова скрытые камеры, проверили записи на них. Вам будет интересно взглянуть, как его убили. Езжай, не светись.
Я оставлю вас. Привет. Ну, как ты? Спасибо, лучше. Виктор, ты извини, мне надо идти. Ну, если не хочешь со мной сталкиваться, придется сказать, куда ты собралась. Ну, чтобы я там не оказалась, а то тут выбор места невелик. Да... Шучу, шучу. Не хочешь, можешь не говорить. Увидимся. Виктор! Видишь его? Его слепая ставка выпала на Лёшу. Я собираюсь ему рассказать про Иру, про то, что был обман. Хочешь, чтобы он стал возмущаться? Да, и не он один. Другие ВИПы тоже. Все вместе мы можем отменить результаты игры. А проблема в том, что вполне возможно, один из ВИПов главный. Есть риск натолкнуться на него, прежде чем мы поднимем бунт. Ничего. Они рискуют больше. Видимо, сейчас узнаю. Я главный. Извините, не могу подать руки. Ничего. Ответь мне на один вопрос, только не медли с ответом. Я знаю, что вы с Женей вместе. Ну, заодно, ну, не знаю, называй это как хочешь. Я видел вас на записи. В доме Волкова. Там были камеры. Скажи, на что ты способна, чтобы спасти его? На все. Хорошо. Я помогу вам, вы поможете мне. Ну и забудем все. Женя получит противоядие, а ты станешь главным судьей, но только после того, как убьете девчонку. Игрока номер один. Противоядие мне нужно сейчас. Женя уже на грани. Вот поэтому нужно поторопиться. А антидот он получит только тогда, когда будет убита девчонка. Что скажешь? Время дорого? Отстегните меня поскорей. Почему он поручил нам, а не кому-нибудь из своих? Как и с Мариной Ивлевой, все его люди связаны с казино. Если там поймут, что убийство подстроено, игру потребуют аннулировать. Значит, за девчонкой? Да. Смартфон. Карту должны были включить.
С ней парень, Леша. Это плохо. Его нельзя убивать. Он должен победить. Да справимся, они же дети. Волков воспринимал нас так же, не повторяя его ошибок. Подожди, они возле стадиона. А там пробка. Сегодня же футбол. На метро? Нет, до моего дома на машине, а там… Там кто-то есть, видишь? Угу. Нас ждут. Да. Новым судьям наверняка приказали нас поймать. А главное, не стал отменять, чтобы не вызвать подозрения. Уходим? Нет. Жди здесь. Не надо рисковать. Я ж не в дом, я быстро. Жень. Делай этого, опусти ствол. Ага. Опусти, мы тебя не убьем. Мы вообще выберемся отсюда? Выберемся. Давай, давай, лезь на тачку, давай, залезай на машину, давай!
здесь, я здесь. Держись, поняла, не отпускай. Что происходит? Не знаю. Сейчас вязать начнут, надо выбираться. Нет, Ира. Потом, если схватят, продержат в отделе, ты можешь уснуть. Если был такой подлог, надо что-то делать. Вы согласны? Мы не можем так это все оставить. Двое ВИПов нас поддерживают. Вы третья. Мы уже в большинстве. Поговорим с остальными и сможем выдвигать требования. Никто нам не посмеет отказать. Да, пожалуй. Дайте нам проверить. Пустите к автобусам. Что они за тормоза такие? Где у вас кто-нибудь старший? Да поздно уже. Россия! 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 Нам нельзя в отдел. Россия! Нас там могут достать или на выходе подкараулить. Россия! И как мы отсюда? Россия! Россия! Попробуй договориться, у тебя деньги остались? Россия! Да. Сядь на место. Слушайте, мы с сестрой случайно оказались на площади. Нас взяли по ошибке, мы не с футбола. Ну, конечно. Вы разве похожи на фанатов? В отделе со всеми разберут. Что с ней? У нее приступ. И что делать? Как остановить? Ей надо срочно в больницу укол сделать, иначе отек легких может быть. В больницу? Блин, это страшная штука, я знаю. У матушки такое полтуловище, отекшие даже ноги. Вы что, ребят? Дадите девчонке здесь загнуться, что ли? Давай в больницу. Командир, я доведу ее до врача. Мы реально случайно оказались на той площади. Оставь нас. Все, пойдем. Такси вызови. Вернемся к машине. Нужно снова за ними. У меня есть другое предложение. Чего? Мне тут один адресок прислали. Алехина. Я хочу поговорить с главным судьей. Как можно быстрее, пожалуйста, это важно. Жду в своем номере. Вы? Аркадий Молчанов, старший судья. Где Волк? Я его замещаю. Возникли обстоятельства. Так что вы хотели?
Знаете, я из-за этой слепой ставки лишилась больших денег. Но мне все равно. Деньги – это ерунда, поверьте мне. Важно другое. Я в бессоннице с первой игры. Это единственное, что дает мне хоть какие-то переживания. Единственное, что меня трогает. Я не хочу это потерять. Ивлева заявила, что в игре был подлог. Нас всех обманули. Кто мне ответит? Это правда? Вы что, больны? С чего вы взяли? А в нос говорит. Эта болезнь называется любовь. Леша. Он скоро должен вернуться. Нам нужно подождать здесь. Скоро? Откуда? Так мы пройдем. Вы можете мне объяснить, что происходит? Я места себе не нахожу. Конечно. Присаживайтесь, я вам все расскажу. Скажите, Алексей успел вам что-то рассказать? Мой, подержи. А что там? Сейчас. Получил фотку? Что с ней? С твоей матерью все в порядке. Пока. Дальнейшее зависит от тебя. Она же ни при чем. Не трогайте ее. Не тронем, не тронем. Если за час успеешь привести Иру сюда. К матери. Я бы, конечно, велел тебе убить девочку прямо сейчас. Но ты ведь сам этого никогда не сделаешь. А привести ее сюда? Что может быть проще? Я не могу, так нельзя. Ты все понял? Зачем вы это делаете? Она ребенок. Выбирай, кто тебе дороже. Какая-то чужая девочка или собственная мать. Я убью ее, если не привезешь. Решишь сбежать от проблемы? Покончить с собой? Все равно убью. У тебя час. Ты как кто звонил? Посиди здесь, дай минуту. Даш. Даша. Я передумал. Я буду с тобой разговаривать. Прости. Прости. Вернись. Даш, ты мне сейчас нужна. Что мне делать? Ну, где ты? Даш, ну, где ты? Ну, пожалуйста, ну, появись, ну, я прошу тебя, ну,
Тахалай-махалай! Трах-тепедок! Какое тебе все нужно заклинание? Какое? Бабы одинаковые. Даже не настоящие. Так ты будешь делать свой укол? Надо отъехать кое-куда. Куда? К маме моей. Зачем? Я ее не видел давно, она волнуется. Так а кто звонил? Женя, которого исключили. Денег за тебя предлагал. Я отказал. Так ты поедешь со мной? Конечно. Остановите здесь. Здесь остановите. Тормозите. Выходи. Дальше я один поеду. Выходи. Почему? Давай без вопросов. Там дальше есть клуб. Беги туда. Там охрана. Затеряйся там в толпе. И будь там до закрытия. Или пока я не позвоню. А ты позвонишь? Постараюсь. Но не обещаю. Лёш, я хочу остаться с тобой. Мне все равно, зачем ты туда едешь. Я хочу быть с тобой. Не получится, Ир. Нет, получится. Мне все равно, я хочу быть с тобой. Ты выиграешь бессонницу. У тебя будет все хорошо. Поверь мне просто. Иди. Иди. Ир, пожалуйста, иди. Леш. Иди, пожалуйста, я прошу тебя. Иди. Давай, иди. Иди. Да. Ты что творишь? Я вижу по сигналу, ты едешь один, девчонка вышла. Хочешь, чтобы я пристрелил твою мать? Я сделаю это.
Погоди, получишь ты Иру. Просто мне нужны гарантии, что после этого ты не убьешь нас с матерью. Какие к черту гарантии? Вези ее сюда, ты нам не нужен. Слушай, как мы сделаем. Нет, ты слушай. Я приеду. Вы отпустите маму. После этого я позвоню Ире, и она подъедет туда, куда вы скажете. Она мне доверяет и ничего не знает про наш договор. Не играй со мной, парень. Не надо. Это правда. Ждите. Твою мать. Злата, подойди на минуту. Извините. Что там? Он едет сюда один. Ира осталась. Что? Решил поторговаться. Ты припугнул его? Да бесполезно. Видимо, я решил, что терять ему особо нечего. Оставайся здесь, жди его, и я поеду, найду девчонку. Ты с ума сошла? Я доберусь до нее раньше, чем он успеет что-нибудь выкинуть. Оставайся. Ну, все нормально, Марина, все нормально, да. Здравствуйте. Ага. Марина Викторовна, пройдемте, пожалуйста, с нами. Куда? В чем дело? Что происходит? Вы нарушили правила казино. Пожалуйста, не сопротивляйтесь. Это для вашего же блага. Да что вы делаете? Осторожней! Спасибо. Адреналин, чтобы не уснуть. Вернись. Звони Ире. Где моя мама? Звони ей, сказал. Не буду. Сюда, пожалуйста. Виктор. Меня задержали. В каком смысле? Успокойтесь, пожалуйста, все хорошо. А куда вы ее ведете? А, возвращайтесь к своим делам, у вас нет причин для беспокойства. И все же я требую объяснений. Не от вас. Я хочу увидеть главного. И не он один. Мы все хотим. Видел? Мам, прости. Все будет хорошо. Теперь звони. Звони, я сказал. Смелее давай. Ты чего, парень? Ты чего? Кошмарит, вырубает. Что? Даже не вздумай засыпать. Понял? Адреналин. Укол. Что? Адреналин, набери меня. Блин. Сейчас. Готов.
Смертельная доза адреналина. Умно. Спрятать шприц в рукаве тоже неплохо. Эй, герой! Не разочаровывай меня, герой. Как ты сказала? Герой? Ну-ну. Только не зазнавайся. Боишься, общаться перестала? Не дождешься. Мы с тобой теперь не разлей вода. Ведь так? Герой, а ты никого освободить не хочешь, а? Вы верите, что в итоге главное объяснится перед нами? Случаев не было. Будут, иначе ему плохо придется. В каком смысле? Я лично собираюсь защищаться. Не понял, от кого ты будешь защищаться? На тебя кто-нибудь нападает? Она не об этом. Нападки на одного – это значит на каждого из нас. Так они завтра могут прийти к любому из нас, и я не знаю. Что они там собираются с ней сделать? То же самое, что сделали с Андреем, я так полагаю. Ну, что такое? Будто вы все не в курсе. Слуха, что Андрея убили. А и Марина мне говорила про какие-то доказательства. Ну, я тогда еще один слух озвучу. Главное, это кто-то один из нас. Мы все об этом слышали. Сначала смеялись. Потом пытались угадать, кто. Я, например, всегда думала, что это ты. А могу я хотя бы узнать, какое правило казино я нарушила? Главный скажет, если это потребуется. А, если потребуется. Может, и не потребуется. Вы можете без меня все решить? Главный разберется. Что вы все заладили? Главный, главный, его здесь нет. Здесь есть вы, я разговариваю с вами. Будьте добры мне отвечать на мои вопросы. Госпожа Ивлева, будьте добры, присядьте. А то... А то что? Что ты мне сделаешь? Ты вообще понимаешь, с кем ты разговариваешь? У нас с Андреем у каждого был свой бизнес, и я не трофейная жена. И пусть мои деньги меньше, но я их сама сделала. И воевать, если что, я умею. Сядьте. Да пошел ты. Ладно, можете постоять. Извините, что прервал беседу. Я адвокат Марины Ивлевой и доверенный по всем ее делам. Да-да, я вас знаю. Вы с Андреем работали, кажется. Да. С ней что-то случилось? Я понял, какое-то недоразумение с казино. Недоразумение? Она нарушила правила. А что же теперь делать? Ну вот сидим, решаем. Ждем объяснения от главного. Нас извините, но мы беседовали. Да-да. Иди отсюда, это мои фисташки. Да ты не откроешь, блин, дай я, у меня ногти, ну! Да что ты мне гонишь, какие у тебя ногти? Ты вообще глюконат натрия, у тебя нет ногтей. Дай мне... Так и нет тебя самой. Дай мне, блин, а!
Смотри. О, дичь. Лолита твоя идет. На, доешь. Ай, Ир, потише. Потише, меня что-то шатает. Я так рада, что снова тебя вижу. Мне было так страшно одной. А мне, прикинь, уже вообще не страшно. Просто нет никаких эмоций. Не, хорош гнать, а! Слушай, да хватит уже, а! Помолчи! Лёш! Лёш! Давай ты мне один раз объяснишь, я больше тебя не буду спрашивать об этом, ладно? В общем, я вижу галлюцинацию. Она такая настоящая. Как человек. Это девушка. Голая. Э-э-э! Слышь, ты чего? А почему голая? Нет, нет, ты не подумай, просто… Ну, я в свое время очень много читала про сон, и там написано, что в определенные моменты у людей обостряются основные инстинкты. Понимаешь? Да ладно, Лёш, ну я же пошутила. Ну я просто… Ладно, забей. Пойдем, я там во дворе парканулся. Голая, блин, вообще. В порядке? Относительно ситуации, да. Скажите, а что вообще происходит? Почему это новый состав судей? Что случилось со старыми? Волков где? Мы не знаем. Так мы вам и поверили. Мы хотим знать. И вам придется ответить. Они погибли. А вы, собственно, простите, кто? Вы ведь так хотели поговорить со мной, Александра. Вот я здесь. Вы ведущий? Главный? Да, и то верно. Ты боишься смерти? Процесса или факта? Что? Ну, типа умирать. Больно. Страшно. Да, боюсь. А самого факта смерти нет. Почему? Страшно же. Но мои родители там. Я себе говорю, что тогда мы будем вместе. А если нет никакого там? В смысле нет? Ну, в смысле, ты просто исчезнешь и все. Выключишься, как лампочка. Хлоп, и темнота. Просто для тебя все исчезнет. Тогда тем более, чего бояться? Если что-то есть, значит, не конец. Значит, будешь двигаться дальше. Ну, как-то. А если ничего нет, тогда и не узнаешь об этом, и ничего не почувствуешь. Тебе лет-то сколько для таких мыслей? Я сама не рада. Лучше думать про розовых Барби, которые бегают по зеленым лугам и спражняют с фиалками и бабочками. О, адское сравнение. Почему бабочками-то? Отойди, пожалуйста, нам ехать нужно. Леша. Что такое? Она здесь. Ты чувствуешь? Она пришла за тобой. Кто это? Это та, которой ты не боишься. Смерть. Итак, я здесь, я… Слушаю вас внимательно. По какому праву вы удерживаете меня здесь? Почему вы не даете возможности мне ни с кем связаться?
Видите ли, Марина, я... Простите, это не важно. Господин ведущий, мы хотели бы поговорить с вами, но вне стен казино. Мы? Да, мы. ВИП-игроки. Раньше с казино возникали спорные ситуации, недопонимания. Но такой неразберихи, извините, не было никогда. И мы решили, что выслушать наше мнение – это в интересах казино. Значит, разговор здесь вас не устраивает. А вы помните о том, что VIP-игроки не имеют права выходить из казино до окончания игры? Без вашего разрешения. Ну, вы же нам позволите. Тем более идти далеко не придется, мы лишь спустимся на паркинг. Хорошо. Только со мной пойдут судьи. Я даже не стану в тебя стрелять. Я вырежу тебе сердце. Ира, уходи. Я не уйду. Она мне больше не нужна. Уходи быстро. Уходи, пожалуйста. Я не уйду отсюда! Да пошла отсюда, дура малолетняя! Почему ты его убил? У меня выбора не было. Что? Выбора у тебя не было! У тебя не было выбора! Выбора у него не было! Он не собирался тебе ничего делать! Ничего! Мы хотели, чтобы ты победил! Почему ты это сделал? Почему? Отвечай! Я девочку защищал! Сука! Какая же ты сука! Сука! Стой! Не надо! Не бей его! Хватит, он хороший! Сука. Хватит, пожалуйста, не бей его! Не надо! Сука! Сука! Не бей его, он хороший! Марина, что происходит? Это мой адвокат. Он пойдет с нами. Хорошо. Я не хотел. Прости. Ты любил его, да? А я Дашу любил. Наверное. Точно любил. Даша – это та девушка, которую вы… Я не злюсь. Какая тебе разница? Я бы очень хотел, чтобы все были живы. Все. Я тебя не боюсь. И умереть не боюсь. Я хочу, чтобы ты простила меня. Прости меня, пожалуйста. Ты любила его. Я так его любила. Что мне это все? Я могу ответить. Ответить? За что? Ни за что. Просто так. Смысла нет. Мы сами наполняем свою жизнь смыслом. Я нашел свой смысл. Спасти девочку.
искупить вину. Я умру не тогда, когда я умру, а когда моя жизнь потеряет смысл. Он был моим смыслом. Простите, как это понимать? Да понимайте, как хотите. Главное, понимайте. А кто все эти люди? Здесь вся служба безопасности моего банка. И один из моих ЧОПов. Из моей компании «Безопасность». И личка каждого из нас. Я бы на вашем месте этого не делал. Слушайте нас очень внимательно. Да, это ваша игра, это ваше казино, и вот это вот ваше здание. Но это наш город. И это наша страна. Мы владеем капиталами. Нефтью, бандитами, ментами. И даже политики. Не надо злить нас. Мы все только делаем вид, что ваше казино всесильно. Что мы свято чтим правила. Что мы и благоговеем перед главным, и даже не пытаемся выяснить, кто он. Что мы трепещем перед тайной. А знаете почему? Потому что мы так хотим. Ваше казино существует только пока мы позволяем ему существовать. И внушает страх только пока мы позволяем его внушать. Ну мы же как дети, которым нравится, когда им на ночь рассказывают страшные сказки. Это так интересно. Но на сей раз вы перегнули палку. Да-да. Вы перепутали нас с участниками. Это их жизнь игрушка. А мы для вас боги. Я не советую вам с нами воевать. Эти люди находятся здесь, внизу, пока. Но они могут подняться наверх. Марина. Перед вами вдова одного из нас. Мне кажется, она хочет задать вам прямой вопрос. Моего мужа убили? В ваших интересах говорить правду? Да. Андрея Ивлева убили. Кто? Игорь Волков и Евгений Самойлов. По вашему приказу? Нет. А по чьему приказу? У них были какие-то личные счеты. Казино здесь ни при чем. Кто управляет казино? Кто, кроме вас? Стоп, 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 Мариночка, ну это уже лишнее. Как? Ну, мы же здесь не для этого. Итак, господин ведущий, мы услышали ваш ответ. Подождите, но он же врет. К смерти игрока из вип-клуба казино не имеет никакого отношения. Это сделал сошедший с ума бывший игрок, ныне главный судья. Так? И огромная ставка тут ни при чем. Так? Мы вас услышали. Теперь вы услышите нас. Мы все допускаем, что все-таки было, как вы говорите. Без лишних проверок, расследований, но... Если хоть один из участников VIP-клуба пострадает после того, как ставки сделаны... Да. Даже если это будет смерть во сне, или от инфаркта, или несчастный случай, мы все равно обвиним вас. И тогда все эти люди не только поднимутся наверх, но придут в ваши дома. Найти вас будет несложно, поверьте. Нам нравится бессонница. Мы хотим играть. Мы будем играть. Но не забывайте, вы можете заходить далеко, очень далеко. Ровно настолько, насколько мы вам это позволим. А теперь ответьте односложно.
Вам понятно? Да. Отлично. Мы возвращаемся в казино. Что? Виктор, как же так? Ну, ты что, не понимаешь, что он врет? Ну, он же врет! Ну, вы же... Вы все понимаете, вы знаете это. И вы просто использовали смерть Андрея, чтобы припугнуть его, типа, в этот раз мы не заметили, но в следующий накажем. Девочка победит. Это будет лишним доказательством того, что Андрея убили из-за ставки. Но я не возьму себе ничего, оставьте эти паршивые деньги себе. И я ухожу. И пусть хоть кто-нибудь попробует меня остановить. Марина. Уйди от меня, ты ничуть не лучше. Марина, я тебя отвезу. Простите, Марина, но вашего доказательства не будет. Может быть, вы все-таки ошибались? Победил игрок номер 3. Что? Девочка умерла. Ее сердце больше не бьется. Не спи. Нельзя. А ты что там-то сидишь? Садись вперед. Не-а. Здесь мягче и удобней. Уснуть бы сейчас. Да, поспи. Я посплю. Хорош. Подожди минуточку только. Ты чё, какую минуточку? Алло! Ну, сейчас глаза только отдохнут и всё. Хорошо? Бодрит? А почему ты такая? Я уверен, настоящая Даша вот была не такая. Но ты же именно такой хотел меня видеть. Поэтому я и такая. Черт, вперед смотри! Эй, мужики! Вы че? Поздравляем, Алексей! Вы победитель бессонницы. Что? Сейчас вам ведут антидот, который нейтрализует препарат. После этого мы отвезем вас в казино, где вы получите приз и обретете, наконец, долгожданный сон. Я делаю укол. Все. Все кончилось? Да, Лешенька, все кончилось. Друг мой, а скажи, пожалуйста, игрок номер 1, ты его устранил? Устранил? Нет. Я не знаю, она ушла. Леша. Давай. Алексей, вы слышите меня? Вы что-нибудь кололи, содержащий адреналин? Да. За последние 2 часа? Нет, кончилось. Хорошо. Сейчас будет легче. Я ввожу его эпинефрин. На 1,5 часа хватит. Сейчас будет лучше. Следуйте за сигналом ее маяка и подтвердите факт смерти. А если это какая-то ошибка, и она жива? А ему уже антидот вкололи. Сигнал с браслета идет, а пульса нет. Если это какой-то обман, и браслет снят, она дисквалифицирована, а он последний. Если это техническая неисправность, она о ней не заявила, что приравнивается к обману. Он последний. Игра окончена. Марина. Марин, ну прости меня за все, за это. Меня бы кто простил? Да, извини, что я об этом. Ты потеряла много денег, их надо будет перевести. Там есть схема. Переводи. Ну, я просто хочу... Олег, ты можешь помолчать? Спасибо. Нам нужно осмотреть один труп, мы знаем, он у вас. Да, пожалуйста, мне что, жалко, что ли? Скорее всего, из неопознанных. Подросток лет 17, девочка. На руке часы, которые не расстегиваются.
Вроде есть такая, хотя не знаю, какой она там подросток. Наркоманка вроде какая-то. Зрелище, конечно, жуткое. Но это смотря чем колоться. К нам вот крокодиловых привозят. Так там 20 лет, а выглядит на 60, а то и больше. Почему все в крови? Почему не отмыли? В одежде почему? Ну, извините нас, тут не 100 человек, не успели еще. Замок закрыт. Да, цел. Воды дай. Что с ней случилось? Да с крыши сигануло вроде. В наркоте по-любому. Черт, это не девчонка. Еле 30. Да, походу наркоманка. Идем. Мужики! Ну что, объявляем ее вне игры? Да, ищем и наказываем. Думаю, игрокам об этом сообщать не стоит. Результат все равно не изменится. Меня одно беспокоит. Как она браслет сняла и на этот труп надела. Может быть, браслет неплотно застегнули? А может быть, палец вывихнула и через руку сняла? Ага. Еще скажи, отрезала. А надела как? Нет, тут без чипованного ключа не обойтись. Похоже. Но ключи от часов есть только у судей. А еще у судей есть ключи от всех машин казино. Я умру не тогда, когда я умру, а когда моя жизнь потеряет смысл. Он был моим смыслом. Ну тогда накажи того, кто по-настоящему виновен в его смерти. Ты же знаешь, что это не я. Позвони девчонке, верни ее. Не бойся. У меня есть план. Алексей, поздравляю с победой! Прекрасный результат. Великолепная и чистая игра. Алексей, главный приз вы уже получили, и скоро вы уснете без всяких страхов и последствий. Алексей, Леша, скажи нам, какой момент игры, что тебе запомнилось больше всего? Больше всего? Больше всего мне запомнилось, как вы убили девушку, которую я полюбил. Еще один был очень хороший момент. Когда вы для смеха заставили умереть школьного учителя ради спасения его дочери. Суки! Чтоб вы все подохли. Все.
Аида, что такое? Ой, хорошо, что вы вернулись. Я не знала, как вас найти. Что случилось? Тут среди ночи девушка какая-то приехала. Она говорит, что вы ее знаете. Имя такое нерусское. Злата? Да, да, точно. Слава богу, вы ее знаете. А то я думаю, что делать-то? Она что, здесь? Нет, она почти что сразу уехала, но оставила здесь девочку. А, черт. Ты не можешь ее прятать, Марина. Она нарушивший правила игру. А я плевать хотела. Андрей втянул ее в это, значит, я должна ее спасти. Никто никому ничего не должен. Иди со мной. Она не должна это слышать. Ну, как тебе игра? Мне понравилось, кстати. Когда заканчивается бессонница, казино пустеет, охраны почти нет. Я одолжила карту у одного из этих новых судей. Вошла по ней. А выйду, наверное, по твоей. Кто же ты такой? Хм, какая разница? Как тебя зовут? У тебя есть имя настоящее? Угу. Анатолий. А. Зачем тебе это? Не знаю. Так. Даже не верила, что у тебя есть имя. Слушай, брось. Ну, никогда не поверив в то, что ты пришла меня убить. Зачем? Я услышала дельный совет. Жить проще, когда у тебя есть смысл. Я увидел этот смысл. Смысл? Смысл в чем? Чтобы отомстить? Глупо. Мертвых не вернешь. Подумай лучше о себе. Если бы я хотела отомстить, я убила бы того мальчишку. Мне не нужна месть. Мне нужна расплата. Видишь, твои слова многим стоили жизни. Теперь вот и тебе. Надо думать, что повторять. Я должна тебя ненавидеть, Олег. Ведь 3 дня тому назад я ничего об этом не знала. А сейчас... Что мне делать с этими знаниями? Как забыть о том, что люди способны на такое? А то ты не догадывалась, что такое возможно. Догадывалась.
Ну? Где-то. Когда-то. Ага. Но не среди людей, которых ты видишь каждый день. Которые руководят предприятиями, дают интервью по телевизору, занимаются благотворительностью, решают чьи-то судьбы. Радуйся, подарок мужа открыл тебе глаза. Да, да. А вот, кстати, его еще один подарок. Угу. О-о-о, ты что, сдурела? Я знаю. Что? Ты руководишь казино. Ты главный. Марин, главный, главный. Мариночка, у тебя от этой бессонницы что, тоже разум помутнел? Главный, и поэтому я хотел твоей победы 10% от выигрыша, правильно? Нет, ты не хотел, чтобы я победила. Ты этого боялся, потому что казино не способно заплатить выигрыш треть миллиарда долларов. Самый крупный за всю историю, не так ли? Именно поэтому ты приказал убить Андрея. А подлоги мог знать только тот, кто помогал вести дела. Отличная логика. Ладно, если ты закончила, я, пожалуй, пойду. Поспи, Мария. Когда меня отпустили из казино, ко мне приставили судью. И когда ты приехал сюда, ты спросил меня, где она? Она! А судить трое, и двое из них мужчины. Да, и ты зазрелишь меня за то, что я угадал. И сегодня на паркинге я видела. Никто не видел, а я видела. Ну, что ты видела? А теперь ответьте односложно. Вам понятно? Да. Но ведь ведущий и главный — это же не обязательно одно лицо. Я не хотел тебе зла. Именно поэтому просил сдать девчонку. Знаешь почему? Потому что когда я догадался, что ты что-то скрываешь, я сказал поставить наблюдение за твоим домом. Я думаю, все казино знает, что она здесь. Ты врешь. С чего же? Ну, по старой дружбе, может быть, как-нибудь бы и замял. Но после этого подумать страшно, что сейчас там. Ты же знаешь, что выкинули эти випы. Это бунт? Считай, что они захватили власть казино. Ну, если ты думаешь, что моя эра кровожадна, подожди. Подожди. Они себя еще покажут. А я думаю, они уже сюда. Едут. Стой. Ну, я же знаю, но ты не сможешь убить человека. Ну, что ты, Мария? Я сильно изменилась за эти трое суток. Что это был за шум? Все хорошо. Нам нужно уехать отсюда. Куда? Неважно, срочно. Идем. Отдайся. Остановитесь. Я прошу вас, остановитесь.
Нравится вам играть? Играйте. Только ее не трогайте. Я прошу вас. Не, ну тогда мы будем знать, что игра пойдет против правил. И тогда играть в нее будет уже неинтересно. Не должно быть никакого другого выхода, кроме победы. И победитель у нас уже есть. Забери ее. Давай, давай. Будь уверен, теперь ты работаешь на нас. У бессонницы новые хозяева. Забери. Нет, я прошу вас, нет. Нет, не трогайте ее. Я прошу вас, не трогайте ее. Виктор, ну сделай что-нибудь. Ну неужели у тебя не осталось ничего человеческого? Прости, Марина. Ты же сама говорила, что я один из них. Ну ты же мне говорил, что тебе не нравится. Что ты хочешь уйти. Просто я хотел тебе помочь. Помочь втянуться. Всем поначалу одиноко и тяжело. Я хотел, чтобы ты думал, что ты не одна переживаешь. Надо разыграться. Да. У меня уже такое было. Чуть не соскочил. Поначалу я вообще хотел их всех посадить. Но как-то разыгрался. Я тоже разыгралась. Давай. Нет, пожалуйста. Нет, не делайте этого. Ответьте мне, я прошу вас, почему, а? Зачем вам эта игра? Зачем вы играете в игру, где люди убивают друг друга? Где родители теряют своих детей? Дети теряют своих родителей. Почему вам нравится смотреть на человеческие страдания? Почему вам это доставляет удовольствие? Ну, объясните мне, почему, а? А кто вы вообще все такие? Кто вы? Почему вы делаете это? Ну, почему? Потому что мы можем себе это позволить. Давай. Нет! Ну, не делайте этого! Остановитесь! Убери ее! Уберите! Нет! Не делайте этого! Машина дальше, за углом. Спокойной ночи. Да не стремайся, это бухой чел какой-то. Эй, ребят, продайте баллончик. Чё? Белый? Да. Что это? Пойдем отсюда. А краска тебе нахрена? Ты знаешь. Это то, что ты понял за эти трое суток? Я знал это всегда. Но не осознавал. Проснусь. Ты будешь здесь? Надейся, что нет. Иначе тебя в дурку упекут. Да и вероятнее всего, я просто временное расстройство. Из-за недостатка сна и нервного стресса. Я пройду. Как насморк.
хочу так. Пусть лучше в дурку, но с тобой. Я ценю это, Лёш. Пусть будет, как будет. А ты хотел бы, чтобы всего этого не было? Чтобы это был сон. Кошмар. Хотел бы проснуться? Я хотел бы уснуть. Ответь мне. Нет. Нет, не хотел бы. Я должен был. Я должен был через это все пройти. Прожить все это. Страшная правда лучше, чем красивая ложь. Иди в машину, пока сознание не потерял. Теперь ты можешь уснуть. Обещай мне, что будешь здесь. Я не могу, милый. Я не знаю этого. Тогда обещай, что все будет хорошо. Обещаю. Если что, прощай.